Заброшенные деревни. Дорога. Бывшая школа поселка. Вот так вот вымирают деревни в России. Была большая двухэтажная школа. Остались одни руины. Дворик был. Все заброшено. Да? Да. Покажи мне. Даже столб упал электрический. А! Это да. Да. Нашли мы вход. Конечно, зрелище ужасное. Лестница. Значит, там есть второй этаж. Соня! Все разваливается, все рушится. Из благ цивилизации вот что здесь. Таксофон. Ну, хотя бы привели в порядок мемориал. Никто не забыт, ничто не забыто. Единственное ухоженное место. На улицах пустота. Волк, блин, младший. Это, по всей видимости, детская площадка. Церковь есть, но она закрыта. По-моему, не действующая. Ну, говорят, она очень старая. 19 века. Она древняя. Могу открыть. Купола новые, церковь старая. Да, у нас новая здесь старая. Купола новые. Стоит на окраине села. На кушке. Может быть, конечно, открывается изредка. Вокруг церкви территория вот такая вот. С другой стороны. Это, кстати, ворота. Сам поселок Кармалка находится в низинке. Здесь вот церковь стоит на пригорке. Сам поселок в низинке. Вот отсюда его хорошо видно. А это в Шерлыке действующий храм. Такой вот он огромный. Территория около храма. Да, мы ехали. Вон он.
И поселок, который вымирает, находится от данного поселка каких-то 10 километров. Шарлыкский храм. Очень красивый.